Всем привет, друзья! Сегодня такой необычный ролик будет, просто интересный. Мы с Таней всегда приглашаем вас всех к нам во Флориду, к нам в зал. И вот одна русскоговорящая девочка приехала, Настя. Специально, чтобы с нами позаниматься. Но Таня улетела уже на Арнольд. Я один. Дима, кстати, оператор сегодня. Спасибо. И вы увидите, как мы проведем тренировку. Посмотрим. Это будет даже больше не так тренировка. Хочу посмотреть просто, как девушка приседает, делает тяги. И подкорректируем технику. Я думаю, что будет интересно. Всем привет! Меня зовут Настя. Я смотрю Егор. И Танин канал тоже. Мы приехали из Филадельфии специально, чтобы с Егором потренироваться. Можно еще и нужно выполнять это упражнение с дополнительным отягощением. Самое главное тоже, друзья, делаем все плавно, не спешим. Плавность – залог того, что вы выполняете движение не по инерции, а именно мышцами. Вся нагрузка будет уходить. Бицепс, бедер, ягодицы, поясницу. Я уже рассказывал в своих видео, что существует много, как минимум 4 варианта экстензии для спины. И вы можете посмотреть видео, ознакомиться со всеми. Каждый из них переносит нагрузку на определенный участок. Либо на поясницу, либо на ягодицы, либо на бицепс бедра. Что вам нужно в данный момент, тот вариант и нужно использовать. А сейчас мы, наверное, поделаем приседания. Пойдемте. Это вообще детский вес, да. Блины для кроссфита, гриф вообще весит там что-то 5 килограмм. Ну давай покажи, как ты приседаешь обычно. Не бойся, не бойся. Смотри вперед, никогда не опускай, это тут первая ошибка. Хорошо, лопаточки вместе всегда. Вот сейчас получше уже. И плавней. Плавнее. Вверху коленки, стоп, не распрямлять. Вот сейчас получше. Чем вы выше ростом, тем более широко вам нужно становиться, тем легче будет приседать. И не бойтесь, не будете падать. В принципе, все хорошо, только вот Настя наклоняла голову вперед. Всегда смотрите перед собой, никогда нельзя наклонять шею, потому что шея иннервируется тем же нервом, который иннервирует поясничный отдел. Наклоните шею, у вас произойдет наклон в поясничном отделе позвоночника. Следите за этим. И делаем плавно. Вниз всегда делаем в 2-3 раза медленнее, чем вверх. Вставать можно быстро. Так, отдыхай. Хорошо. В следующий раз делай лицом туда. Все классно делаешь, не переживай. Ты просто излишне, может, волнуешься. Ну, можно чуть-чуть глубже, да, садиться, на самом деле. Для этого старайся, когда садишься, очень важно. Грамотные пауэрлифтеры, объясняю, раскрывая приседания. Вспомни, как садятся дети, они как бы раскрывают пах. Ты садишься как бы между ног вообще, вот так. Глубоко. Можно сесть, конечно, попой в пол. При этом спина ровная и коленки не уходят вперед. Вот ты сядь вот так, попробуй, локти, тренироваться надо? Никогда не говори, я не могу, не получается. У нас мозг делает то, верит в то, что ты ему говоришь. Я могу, я сделаю, я делаю. Хорошо, молодец. Вот, очень хорошо. Ровная спинка. Вес практически на пятках. Смотри, вот при росте у Насти 1,87 м очень хорошо садится, ровная спина. Молодец! Мне нравится. Делай приседания, забудь о гаках. И ты
ты увидишь, как у тебя уже через 3-4 месяца изменится тело. Вперед смотри, не наклоняй. Вообще очень хорошо. Потренируешься вот так пару месяцев, техника наработается. Не у каждого коротышки такая, да, типа? Да. Молодец, отдыхай. Отдыхай, еще разочек сделаем. Так что, друзья, никогда не переживайте по поводу вашего роста там или еще каких-то. Если у вас нет каких-то серьезных ограничений, проблем со здоровьем, только штанга. Еще раз попробует Настя сделать. Сделай сейчас все идеально, повторяйся. Сразу начинаем со стойки для начала. Это хорошо. Коленки не распрямляем вверху. Смотрим перед собой. Лопатки сведены. Садимся медленно, встаем побыстрее. Отлично. Очень хорошо. Единственный косяк – это кроссовки, не для приседаний. Но ничего, кто не знает, в какой обуви тренироваться, посмотрите, у меня есть статья и есть видео, полностью посвященное, в какой обуви вы должны заниматься. Снимай, Настю. Давай еще два раза. Не смотри вниз. Приседание – это лучшее, что может быть девушке для построения прекрасных ягодиц. Что бы вы другого ни делали, очень сложно построить именно в плане увеличения ягодицы. Глубокие приседания в широкой стойке – это лучшее. Сейчас посмотрим, как ты будешь делать становую тягу. Посмотрим сейчас, как Настя работает в становой. Так, пока ошибка та же. Смотрим в пол. Вот так. В принципе, неплохо для твоего роста. Старайся, чтобы штанга всегда касалась ног. Вот у тебя есть момент, когда проходишь колени вверх, идя, у тебя она зависает. Нет, тащи ее по ногам. По ногам. Вот. И техника сразу лучше. И если у вас штанга отрывается от ног, это говорит только об одном, что у вас есть риск перегрузить поясничный отдел позвоночника. Это можно получить серьезную травму. Вот как должна выглядеть. Контролировать ее технику. Вот смотрите, самое главное подходить к штанге всегда, чтобы ноги касались гриппа на старте движения. А потом главное, чтобы грипп всегда касался ног на протяжении всего движения. Это будет залогом правильной техники. Именно это. Хорошо. Со становой даже получше дела, чем с приседом. Молодец. Для роста 1,87 м все идеально. Отдыхай. Добавим тебе еще немножко веса. Сейчас сделаем еще заключительный подход в становой. Вот. Отлично. Можешь класть после каждого повторения на пол. И начинай как новое. Вот. Отлично. Тяга отлично. Спинка ровненько. Ну и еще разочек. Молодец. Клади. Вот заметь, здесь сейчас был вес больше, чем ты работаешь, привыкла работать, на 10 паундов. Да, я даже не знала. Я специально тебе не говорил. Техника хорошая, поэтому не переживай ни про присед, ни про тягу. А сейчас посмотрим, как Настя будет делать румынку. Опять ошибка, смотрит вниз.
Штанга по ногам должна. Вниз помедленней. Тоже неплохо, но больше отклоняй попу назад. Больше таз назад. У тебя наклон, а нужно прям сюда, как можно больше, как можно больше. Вот сюда. И опускайся только до середины голени, ниже не нужно. Вот сюда надо увести. Вот. Начинайте движение. Толкайте себя штангой назад. Вот, прям носки, чтобы отрывались. Носочки, чтобы отрывались прям. Вот здесь растяжение. Вот. А то так пусками людям будет неинтересно. Еще разочек, девочки, неплохо. У тебя все больше наклон. У тебя наклон, а ты должна толкать себя прям туда. Ты вот встань вот так. Вот, вот туда толкни себя при ровной спине. Вот, ты должна почувствовать растяжение. Точно так же со штангой нужно. Еще разочек попробуй, сейчас прочувствуешь. Румынка чем отличается от самой, что ноги как раз можно держать поближе. Как тебе удобно? Да, можно так. Взяла, далеко не уходи. Не нужно гулять со штангой. Смотришь перед собой. Больше таз назад. Назад его, назад. Толкай себя грифом. Грифом толкай себя назад. Вот. Вы должны чувствовать четкое, острое ощущение растяжения. Хорошо. Не нужно стараться очень низко наклониться. Достаточно до середины голени. И вставать до середины бедра. Не распрямляйтесь. Оставайтесь всегда, чтобы в полунаклоне. И у вас тогда будет постоянное мышечное напряжение. И вы не будете переносить нагрузку себе на позвоночник, на суставы. Ну, все, хватит. Пойдем сейчас посмотрим. Настя хочет еще, чтобы мы проконтролировали подтягивание, да? Давай, бери водичку свою. И пойдем. В гравитроне или... Конечно. Не-не, с разминочного веса, как всегда, делаю. Сколько ты ставишь обычно? Не-не, не рабочий, разминочный. Давай просто, чтобы технику посмотреть. Вот, ставь ножки ближе вот сюда. Почему-то у всех ошибка, все стараются залезть ногами максимально. Девчонки, мальчишки, посередине коленки должны быть или наоборот, чуть-чуть сюда. Вот техника хорошая. Покажи сбоку, Дим. Смотрите, что должно быть в подтягиваниях. Неважно, гравитрон это или тяга блока будет. Самое важное, чтобы тело с руками было в одной плоскости. Представьте, что вы зажаты между двух стенок, о чем я всегда говорю. Вот это будет идеальная техника. Вверху лопатки нужно сводить до хруста. Вверх-выдох, вниз-вдох. В чем вся суть? Нужно не подтянуться, а представляете, что вы хотите локти опустить вниз. Тогда будет идеально. Как-нибудь мы с Димой снимем. Дима мастер по подтягиваниям. Он вам покажет, как он подтягивается. Все хорошо, все нормально. Да. У вас гравитрон лучше, чем у нас. Какие еще у тебя вопросы есть? В принципе, я так не могу сейчас подумать. Ну, если что, подготовь вопросы. Еще, может быть, во вторник тогда снимем. Хорошо. И я сейчас просто ухожу уже на хоккей. Как тебе наш зал? Отлично. Если бы я здесь была, я ходила. Да? Конечно. Перебирайтесь. Ну ладно, друзья, будем прощаться. Если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, пишите в комментариях. Увидимся в следующий раз. Всем пока. Дима, спасибо за видеосъемку. Настя, приятно было познакомиться.